Приближается пора летних каникул, и решением администрации ФОК Прикамья сегодня мы проводим занятия для инструкторского персонала и медицинского персонала ФОК Прикамья. Занятие разделено на две части – теорию и практику. В теоретической части мы проведем инструктаж по правилам проведения занятий на воде. И, значит, в практической части мы проведем спасение утопающих и оказание им первой доврачебной помощи. Для оказания первой доврачебной помощи мы пригласили студентку медицинского университета. Ольга Арсентьевна и все инструктора у нас проводят обучение. У нас есть группы по обучению плавания и по совершенствованию техники плавания. Но данное занятие для инструкторского и медицинского персонала проводится впервые. И ежегодно с этого дня будет проводиться. Бассейн не прекратит своей работы. Мы ждем всех желающих комфортно отдохнуть в нашем бассейне. На практические занятия это у нас будет проплывание 50 метров вольным стилем, транспортировка пострадавшего в сознательном и бессознательном состоянии, доставание утопающего с глубины. Также мы будем практические занятия проводить по спасанию от захватов утопающего. И будем учиться кидать конец Александрова на точность. Присутствуют на занятии все инструктора, которые работают у нас в нашем плавательном бассейне. Это и инструктор по акваэробике, и инструктора по плаванию, а также медперсонал. Мы будем показывать спасательные действия, которые мы изучали в Уфе, когда сдавали на спасателя. Будем учить наш персонал, а потом будем сдавать теоретический экзамен по изученному материалу.